Сергій. Доброго ранку, Сергію. Бачили вже фото, яке тут у Твіттері запостив. Я так розумію, що ти прийшов голосувати і не зміг проголосувати, правильно? Юля, ну я не совсем ходила голосовать, потому что я, собственно говоря, не могу в данный момент находиться в Луганске. Там работают мои журналисты, и мои ИИ поступают и аккумулируют всю информацию. Значит, еще по состоянию, как бы на вчера было совершенно очевидно, что Луганщина не сможет проголосовать. Почему? Потому что даже комитет выборцев заявил о том, что только два избирательных округа, а 14 и 15, готовы к проведению выборов. Вот. Ну и то даже в этих округах, остальные 9 не готовы. Но даже в этих округах уже начались проблемы. Вот. 4 участковые избирательные комиссии на 114, допустим, не смогли просто приехать получить бюллетени. Ввиду спланированного и системного прессинга со стороны пророссийских настроенных террористов, которые, ну, представители так называемой самопровозглашенной Луганской Народной Республики, вот, ну, в общем-то, я предпочитаю их называть террористами. Вот, поэтому вот, те люди, которые мешают волеизъявлению, вот, чем, то есть, лишают людей конституционного права, их по-другому называть нельзя. Вот, но это мое субъективное мнение. А еще мое субъективное мнение заключается в следующем, что, возможно, вот такая вот заблокированность... слышите меня, Юля? Алло. Чуем, звичайно, слухаем. Вот, а еще вот такая вот заблокированность Луганщины, да, вот, в данном случае, ну, возможно, это, кстати, даже и будет небольшой плюс. Почему? Потому что очень много людей прибывает, скажем так, под влиянием пропаганды российских телеканалов, вещание которых террористы возобновили в первую очередь. Вот, поэтому, собственно говоря, я не думаю, что они смогут сделать взвешенный и адекватный вывод. Это первое. Вот те люди, которые, скажем так, на более, да, ну, что ли, современные, вот, они могут проголосовать онлайн. Вот здесь есть же возможность онлайн. Дали новость о том, что почили, о том, что могут проголосовать в онлайн-режиме. Поэтому, возможно, какая-то часть населения воспользуется этой возможностью. Вот, но это будет понятно. Но мне, как мне кажется, что лучше пускай даже не будет где-то выборов, чем где-нибудь там заставят принести, бросить за допу, да? Ну, извините, за допкина, да? Не будемо зараз агітувати або... Я просто чоловік, я розказую своє мнення. Сьогодні не можна. Ну, в ефірі громадського, давай, не будемо. Я прошу прощення. Ну, пускай, хорошо, давайте ми немного змінимо правду. Пускай лучше не будет выборов, чем людей приведут и прикажут им бросить бюллетени за того, за кого нужно кому-то. Вот так. Добре, дякую. Дякую, Сергію. Дякуємо, що ви стежите за тим, що відбувається там. І, ну, будемо дзвонити періодично і дізнаватися. Ну, все ж таки, ситуація постійно міняється.